Всем привет, кто меня смотрит, кому интересно. Вот решил выставить такое вот видео. Расцвел, начинает расцветать у меня бариода. 2 года ждал этого цветения и наконец-то дождался. Это первый дендробиум в моей коллекции, который зацвел у меня. И обещает о том, что он там, ну, будет цветущий, пахучий, ароматный. Посмотрим. Цветочки, конечно, мелкие. Но ничего, кидает второй цветонос. Еще маленький. По поводу просушек, никогда ему не делал просушки. Всегда в горшочке есть водичка, но влажный грунт. Как распустится, выложу еще видео, скажу мнение о нем, прокомментирую, какое у него цветение, как оно мне понравилось, не понравилось, запах, температуру ему не соблюдает, такие, какие сказаны, растет просто на подоконнике у меня и все. Холод, тепло, без разницы. Спасибо.